Ежегодно День семьи отмечается 15 мая. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В 2024 году объявлен в России годом семьи. Это свидетельствует о том, что семья является одной из ключевых ценностей российского общества. Оно представляет собой центр, вокруг которого строится жизнь. В семье мы находим поддержку, внимание и утешение. Это маленький мир, царит любовь, забота и уважение. Именно в семье мы учимся любить и быть любимыми, доверять и уважать друг друга, находить компромиссы, преодолевать трудности. Семья – это место, где мы получаем первую эмоцию в жизни и формируем свою личность. Здоровый день семьи – повод выразить любовь, благодарность своим близким и другим семейным. Спасибо за то, что ты повезла наш честный мирок.